Здравствуйте, дорогие друзья! Я к вам с интересной новостью. Как вам известно, а я уверен, что все вы внимательно следите за моим блогом, как вам известно, в свое время мы получили информацию, конечно же, непроверенную, о том, что Марк Захарович Фейгин пытается получить статус адвоката в Украине и готов даже заплатить за это порядка 50 тысяч долларов. Информация, без сомнения, была непроверенная, но вот то, что проверенное, так это то, что он внезапно сдал экзамен по украинскому языку, и оказалось, что он прекрасно владеет украинским языком и разговаривает, и пишет на нем. Правда, этого никто и не видел, и не слышал, как он говорит или пишет на украинском языке. Сдача этого экзамена необходима для того, чтобы сдать следующий экзамен на знание украинских законов. Вот, человек сдает этот экзамен и становится адвокатом в Украине. В Киеве ему отморозили после того, как мы придали огласке эту ситуацию. Но у нас появилась другая непроверенная информация, что он попытается зайти через Одесское объединение. Там есть некто Иосиф Бронс, и этот человек, конечно, по непроверенной информации, может посодействовать за сумму определенную для того, чтобы Марк Захарович присоединился к достойному объединению адвокатскому Украины. И вот внезапно наши люди фиксируют Марка Захаровича в Одессе на улице Екатерининская, 21. Он с некими людьми входит в здание, люди несут какие-то документы и несут, да и несут, как говорится. Но одним из этих людей внезапно оказывается некто Валентин Федоров, глава аппарата президента Одесской юракадемии. Дело в том, что президентом Одесской юракадемии является некто Сергей Кивалов. И вот Валентин Федоров является правой рукой, ближайшим помощником этого самого Сергея Кивалова. Кто такой Сергей Кивалов? Для украинцев этого объяснять особо и не надо, потому что в 2004 году он являлся главой Центральной избирательной комиссии, и после того, как он посчитал голоса, его стали называть Сережа Пидрахуй. Подсчитай, да, по-украински. Чем еще известен был этот человек? Тем, что он поставил в Одессе, воздвиг памятник самому себе. Да-да, не удивляйтесь, можете сравнить. Он построил памятник себе, в принципе, как выдающемуся юристу современности. Он еще известен своим огромным, ну я не знаю, как назвать, дворцом или замком. Вот. Но, что самое интересное, что украинские активисты наведывались к нему в гости, а потом вдруг внезапно перестали. И еще более интересно то, что по нашей информации, конечно, непроверенной, Сергей Кивалов выполняет определенные поручения администрации президента Украины, ибо он является заместителем председателя комитета Верховной Рады по правосудию. Во-первых, мы очень благодарны людям, которые засняли этого человека, то есть имею в виду правую руку Сергея Кивалова. Во всяком случае, теперь я знаю, благодаря кому возбуждаются абсолютно клоунские производство в отношении вашего покорного слуги в Украине, благодаря движениям какого человека? Это Сергея Кивалова. Я могу сделать такой вывод. Во-вторых, нам очень отрадно, что администрация президента Украины не оставляет попыток каким-то образом впихнуть невпихуемого Фейгина в среду украинских адвокатов. Это у нас такое предположение. Сергею Кивалову я передаю жгучий горячий привет. С сегодняшнего дня, прямо вот с сегодняшнего дня, мы вплотную начинаем заниматься этим человеком, который по удивительному стечению обстоятельств смог избежать любого наказания за все то, что он творил ранее. По удивительному стечению обстоятельств у правоохранительных органов и украинских патриотов фигура этого человека, который стал настолько одиозным, что его имя стало нарицательным, не вызывает никакого противления и никакого интереса. Мы попытаемся вызвать этот интерес, потому что мы, конечно же, начнем углубляться в вопрос, чем занимается Сергей Кивалов и какие, помимо Фейгина, распоряжения администрации президента он еще выполняет. Я дал интервью телеканалу News One по этому вопросу. Наслаждайтесь, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Будет весело, как всегда. Колишнього російського адвоката Марка Фейгіна помічено із помічником Сергія Кивалова Валентином Федоровим. У мережі з'явилася світлина, де чоловіки йдуть поруч. Зазначу, Сергій Кивалов не лише голова парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя, а й президент юридичної академії, у якій, до слова, Петро Порошенко захистив дисертацію. Нагадаю, у квітні цього року адвокатська палата Москви позбавила статусу адвоката Марка Фейгіна за нецензурні висловлювання у соціальних мережах на адресу
часу колег-адвокатів і клієнтів. Ми не змогли зв'язатися з Сергієм Ківаловим, а Марк Фейгін відмовився коментувати. Спробуємо розібратися разом з журналістом і блогером Анатолієм Шарігієм. Зараз він, до речі, з нами на зв'язку. Пане Анатолію, рада вас вітати, як завжди. Здравствуйте. От ви завжди нам надаєте, ви знаєте, таку інсайдерську інформацію. Я переконана, що вона у вас зрештою є. Діліться з усіма нашими глядачами. Що там насправді було? Ну, я не удивлен, що він відказався коментувати вам дану ситуацію. По нашій інформації, він уже давно пытался получить статус адвоката в Украине, понимая, что в России он его никогда не вернет. Хорошо рассказывать о политических преследованиях, но все знают, весь СНГ уже знает, за что он лишен статуса. Он обвинял меня в совершении преступлений, которые якобы там расследуются в Европе. Это оказалось полная ложь. И его, у него забрали статус за поведение неадекватное, просто абсолютно неадекватное. И в соцсетях, и везде. Вот. До этого он пытался получить статус в Киевской коллегии адвокатов, насколько я, ну, если я правильно их называю. Он получил сначала документ о том, что он сдал экзамен по украинскому языку, причем сдал его на отлично. Он отлично владеет украинским языком, причем как он им владеет, никто никогда не слышал и не видел, конечно же. Когда мы эту ситуацию начали придавать известности, то есть придали ей огласку, адвокатское объединение сразу же открестилось от него и не захотело его даже принимать и даже выслушивать. У нас была информация инсайдерская о том, что он сдает эти документы, потом, ну как будто бы он уже знает украинский язык, потом он сдает экзамен, как будто бы он знает украинские законы и становится украинским адвокатом, понимая, что в России ему ничего не светит. В Киеве отказали, и вот он уже всплывает в Одессе с помощником Кивалова. Кивалов, насколько, ну, известно, наверное, каждому, всем и каждому, очень неплохо себя чувствует в тандеме с администрацией президента Украины. Как это ни странно, да, тот самый Кивалов, мы помним, как его называли, даже культурно, ну, не могу это произносить даже в эфире, как его называли, подсчитай, да, по-русски, да, это звучит. Вот, и он уже замечен с этими людьми, они решают какие-то вопросы, причем замечен он на улице Екатерининская, 21, это там, где легализируют документы иностранные. То есть, по всей видимости, готовится вхождение нового адвоката, прекрасного адвоката, который проиграл, я думаю, что все, что только можно, и он теперь будет украинским адвокатом. Я полагаю, надо этого ожидать, если они сейчас не дадут заднюю, ибо мы собираемся всерьез придавать это огласке. Потому что адвокатское объединение, адвокатское сообщество не хочет такого адвоката. Но это точно. Мы общаемся с людьми, которые являются представителями этого сообщества. Вот он пытается влезть в украинскую действительность. Вы знаете, уже надоело, потому что такое впечатление, что к нашему берегу прибивает всех. И далеко не лучшего качества товар. Ну, дивіться, є люди, є, власне, їхня репутація. Сьогодні щось може, власне, такі історії, які повсякчас спливають, тому що журналісти, вони не сплять, вони все ж таки працюють, незважаючи на тиск. Ви знаєте, про що я зараз кажу. Зрештою, такі історії, вони зможуть якось вплинути на цю ситуацію, зрештою, зменшити імідж, його покращити або взагалі, ну, вбити, розумієте? Тому що, ну, таке враження, що ці історії, вони спливають, обговорюються, а потім все. Все забывают. Ну, никто не забыт, ничто не забыто. Это раз, потому что, вы обратите внимание, цитируемость этого гражданина резко упала. Дело в том, что Марк Фейгин, это же не просто Марк Фейгин, вы понимаете, это просто какой-то там российский, там, грубо говоря, клоун. Нет, на самом деле этот человек в интервью телеканалу рассказывал о том, что администрация президента находит бизнесменов, которым говорят оплачивать его деятельность. То есть вы понимаете, в чем, что происходит? Пользуясь админресурсом, администрация президента нагибает, грубо говоря, украинских бизнесменов и обязывает их оплачивать какие-то мифические услуги, потому что я не знаю, кто благодаря ему вышел на свободу из украинских политузников, а вот оплачивать вот такую персону. Конечно же, репутации там нет, просто уже в ноль. Она уничтожена им самим. Вот. Но при этом украинская власть почему-то с деревянноголовостью продолжает лезть в эти закрытые ворота и продолжает наступать на одни и те же грабли, от которых уже вот такая вот шишка. То есть у них не получилось его привлекать в качестве там выдающегося там адвоката, выдающегося еще кого-то, в качестве уничтожителя репутации шария. То есть все не получается. Они теперь хотят его сделать украинским адвокатом, я не понимаю зачем. То есть время пройдет, мы, наверное, поймем эту глубокую задумку администрации президента, но пока что это выглядит как полный идиотизм. А ви далі будете розкручувати і слідкувати за цією ситуацією, чи все ж таки, отак, знаєте, поговорили і забули?
ни в коем случае мы, конечно же, будем раскручивать эту ситуацию, мы будем расследовать эту ситуацию, мы будем выяснять вообще, что сейчас, чем сейчас занимается Кивалов. Мне вот стало интересно, вы знаете, человек, это не просто человек скандальный, там, да, человек просто одиозная личность на самом деле, я не говорю там со знаком минус, просто это одиозная личность, человек, который ставит памятник самому себе, к примеру, да, у которого замок. Вот, чем он сейчас занимается? И мы, конечно же, это начнем уточнять, мы начнем следить за тем, что он сейчас делает, откуда там, как говорится, статки взялись, да, ну и так это и все остальное. Потому что если его привлекают для вот таких вот грязных операций, значит, есть смысл на него обратить внимание. А уж мы, если начинаем обращать внимание, то это серьезно. Абсолютно серьезно. Дякую вам, Анатолий, что долучилась от нашего эфира.